Бог давал учителей духовных древнему Израилю, точнее Иудее. С катарактой бились и с трахомой, слепота таких не одолеет. Знать, когда, зачем и почему, что, кому, насколько и иное, ревностно это в толк возьмут, бьются до победы, а не ноют. Ненаученные закону, откровению, что Господь нам в Библии открыл, хуже всех, лишенных вовсе зрения, там душа без знания, без крыл. Первое сентябрьское утро, склонное местами к желтизне, седина нам в волосах, как пудра, и зима, естественно, за ней. Нам бы искренних святых учителей знать Христа и с ним всегда живущих. Средств добыть их вовсе не жалей, их таланты словно дождь из тучи. Делатели побелевшей нивы вымолить у Господина жатвы, встретиться бы вовремя нам с ними, сделать дружбу подлинной, не шаткой. Наш Рави и Иисус из Назарета, мы у ног его сидим с Марией, и таких моментов бы нередко, голод бы нас не уморили. Трудно, но возможно обрести знатоков священных двух заветов, знаться с ними подлинный престиж, если не искали, на других не сетуй. В христианстве есть Гамалиил, с Павлом в послушании сядем ближе. И учись до самой до могилы. Не найдешь таких, и кровно нас обидишь. 1 сентября 2008 года.